Две маленькие полярные звезды мюнхенского зоопарка Хеллебрунн, Нелла и Ноби, продолжают открывать для себя мир. Теперь они, как взрослые, могут ходить на прогулку в большой вольер для белых медведей. Там их ждет шикарный бассейн и скала, с которой можно нырять в воду. Однако медвежата заходят сюда очень осторожно и не торопятся отойти от своей мамы Джованны. Предыдущие 3 месяца они гуляли только в маленьком корпусе, где вместо бассейна небольшой ров. Джованна подманила малышей немного, а потом они пошли в воду. Вон там ров с водой, хорошо знакомый детенышам. Они без проблем прыгают в него. Но теперь появился большой бассейн, и они немного неуверенно и с грохотом ныряют туда, думая, где они находятся и что это такое. Однако все изменится в течение ближайших нескольких дней, может быть даже часов. И тогда мы увидим, как детеныши прыгают в воду со скалы. Теперь Нелла и Ноби будут исследовать ландшафт большого вольера каждый день. Медвежата родились в зоопарке Хеллебрунн 9 декабря 2013 года. Их маме Джованни 7 лет. Отца малышей зовут Йоги, ему 14. Йоги сейчас живет отдельно в зоопарке Штутгарта. Специалисты говорят, что взрослые самцы полярных медведей могут быть опасны для маленьких медвежат.